Переформатировать региональную экономику, в том числе поддерживать предприятия и увеличивать инвестиционное развитие. Такие задачи поставил губернатор Алексей Русских перед заместителем председателя правительства Сергеем Васиным. В разговоре были обозначены три основных направления дальнейшей работы – развитие промышленности, повышение инвестиционной привлекательности и научно-технологическое развитие. В качестве инструментов достижения этих целей, соответственно, я вижу это развитие промышленной кооперации, которую вы в прошлые годы все активно вели. Вот продвижение продукции ульяновских предприятий, в том числе просто даже прямое рекламирование где-то на каких-то ярмарках, выставках и так далее. Содействие экспорту промпредприятий, содействие в технологическом перевооружении, в том числе за счет получения различных государственных федеральных программ. В планах расширить список деловых партнеров, развивать личный кабинет инвестора вместе с корпорацией развития. Министр экономического развития Николай Зонтов предложил институтам развития повернуть свой взор на муниципалитеты. Речь идет о Центре развития промышленности, Центре «Мой бизнес» и корпорации развития. Одна из задач правительства – развивать районы. Ставим перед вами задачу развития наших районов, которые, конечно, отстают от города. Нам село подтягивать до уровня города, чтобы жители сельской местности были все возможности заниматься и спортом, и отдыхать, и доступное, и качественное образование, здравоохранение. Вот, в общем-то, такие очень объемные, большие задачи. В этом году будет обновлена стратегия социально-экономического развития области до 2030 года. Одно из направлений документа станет как раз обновление муниципальных задач. Что касается экспорта, то министр предложил создать сеть торговых представительств региона за рубежом и вовлекать новых экспортеров, особенно производителей сельхозпродукции, на иранский рынок. По линии экспорта я вижу переориентацию на новые направления. Сейчас готовится новая экспортная стратегия Ульяновской области. До 1 апреля мы должны ее обновить, сформировать и утвердить на заседании правительства. Появляются новые направления и постсоветского пространства, и это направление Ирана, и развитие проекта «Волга-Каспий». С учетом ставящихся перед регионом экономических задач, на первый план выходят вопросы поддержки людей труда. С председателем Федерации профсоюзов Анатолием Васильевым обсудили повышение зарплат. Федерация профсоюзов тоже поддержала проект на трехсторонней комиссии о ежегодной индексации заработной платы на уровень потребительских цен, чтобы вот эти показатели, инструменты, как бы основные, повышением рот, индексация позволили работодателям повышать заработную плату. Губернатор дал поручение Министерству финансов проработать вопрос финансирования оздоровления членов профсоюзов и поддержал инициативу об учреждении почетного знака губернатора за социальное сотрудничество. Анна Тищенко, Улправда ТВ.